Итак, всем привет, дорогие друзья, а мы продолжаем играть с вами в Warcast Wild Wolf. Ну и что могу сказать, смотрите, у меня теперь ничего не лагает, ничего не фризит, а все знаете почему? А оказывается, я такой дурной, я реально не знал то, что если обновить драйвера на своем компьютере, драйвера карты NVIDIA, то все будет нормально и больше не будет никаких лагов и так далее. Я уж чуть ноутбук свой чистить не решился. Ну так вот, смотрите, что мы имеем. У нас есть теперь восстановленный этот домик. Вот так. Самый целиком. Спасибо дяде Ване, который мне помог это сделать. У нас теперь есть три турки к нему. И еще я вот, да, вот огородочку сделал. Там у нас загон для животных и всякой прочей фигни. Инкубатор, наверное, там скоро влеплю. А вон там вот у меня еще один кот. И вон мой дежурный Текрекс. Мне его сюда дали, чтобы он территорию чистил. А еще один Текрекс у меня в гараже. Так, правда, надо бы его сюда отогнать. Это тут уже вон замес возле базы. А этот Текрекс вон фигней мается. Зачем он туда-то ушел? Самое главное, у меня сейчас выдает FPS так под 30, и это на средних графиках, а еще с добавкой расширения видения. Поэтому обновляйте драйвера как можно чаще, и у вас ничего лагать не будет. Так, извините за кашу, просто я болею как-то. Ну так вот, что мы сегодня будем делать? Хочу тебя обрадовать, сегодня мы не будем под запись заниматься прокачкой базы и всякой прочей такой однодневной штуки для тебя. Мы сегодня будем заниматься весельем. Ну, как сказать весельем? Еще смотря для кого будет веселье. О боже, что там будет. Еще вот именно смотря для кого будет веселье. Потому что мало того, что мы идем сегодня на босса, а мы идем не просто на босса, у нас сегодня будет и дракон, и мультикора в одном. Первая моя мультикора и первый мой дракон. Мне, разумеется, уже стрёмно немножко, потому что я не имею представления, как там один кого хреначит, но уже смотрел какой-то видосик, как на карте Рагнарёк пройти мультикору и дракона. Ну и имею небольшое представление. Скажу сразу, будет мясо. Я не знаю, хорошее мясо или плохое, хотя вот видишь, другие мясо это. Ну, вот прикол в том, то что мы в заднице. Точнее, не мы в заднице, а я, потому что я еще не знаю, как буду это делать. Вот так вот выглядит у меня внутри мой загончик для животных, который я отстроил для нашего трайба. Здесь вот дежурный Текрекс, который все сторожит, спасибо ему. А это вот наши тут животные. Все. И лично он мой арген. А внизу там тоже был проход, я его закрыл, поэтому все пока супер. Надо бы сюда еще турок наставить, ну, это уж пока только так. Ну и вот на улице еще один Текрекс ходит, патрулирует. Ладно, дорогие друзья, пока мы тут собираемся, я остановлю запись, а уж потом продолжу, как будем стартовать. Короче, я тут поговорил и решили, что пойдем сегодня просто на дракона, а мантикора и дракон в одном будет как-нибудь в следующий раз у нас. А сегодня у нас будет просто дракон. Дракон это тоже нормальная тема. Ну, хотя бы он один, и я уже не так уж и сильно боюсь. Ладно, пока мы подготавливаемся еще. Все, короче, погнали, нахуй, запускайте, блядь. Все, блядь, уйду, блядь. Так, пассив. Смотри, конченый, блядь, будешь выращивать, блядь, резинок, если мы проебем, блядь, шалава, блядь. Все, как вам все, что ли? По-моему, тебе. Нет, это тебе. Наверное, где мои вот, короче, друзья, мы стартуем.
я включил картошечки съем. Чат с тем собой. Это у нас с парнями, слабый, да? Только я не болтаю, потому что я хочу вам сделать нормальный контент. Я хочу с вами разговаривать. Минус серединки, блядь. Блядь, где мои эти придурки, блядь, а во. Все, отходи, отходим. Сядь, блядь. Ваня, наверное. Да, на. Полетели, сломаемся в кучу. Так, ну вот. О! Серы полетели. А как здесь Ваня? Не, глядит, эта херня расходится. Хоть попало, как боль. Кто это? Сейчас подойдет поближе. Мои стоят. Я атакую. Я атакую, я пошел. Давай снова попробуем. А что, три? Так, отец Никодим. Почему твои резины не заболеют? Мои стоят. Ебать, пожили мои. Чё они в горятке стоят, блядь? Короче, после их не трогай. О, ты кому говоришь? Пошла, да. Тебе говорю. А чё тебе тут такой похож? Ты сказал, что ты будешь. Фигасики. Стрельнул, слышите? Классно. Бля, ты не жду так пытаюсь подъемить? Прям жмали. Блин, надо сесть. Пошли. Плохо. Зашел диск. Опять улетел с диска. Это хуй пиздец, а мне пиздец. Сейчас. О. А кто идет? Я пошел. А ты тоже попалил. Ты я тоже для вас? Честно. Блядь. Да. Боже, больше нельзя. Давайте сколько жизни достать. Ну, блядь, смотри, зависит, сука, опять не врач, кто, блядь. Просто отойти таких свечек, там потерять. А куда они пошли-то, блядь? Там типа сит шоу. Отводите, ё-моё. Там до пропуска далеко, блядь, чё. Там палка, блядь. Никодим, ты меня зажал, отходи. Привет.
Мои хилятся. Ну тут упал стоит. Бля, мои же не забили. Дракон мощный, я легкий. А, он побит. Вот. Он пахан, блядь, пиздец, там один нахуй. Все, открой, отходите, слышишь? Все. Бля. Все, я ухожу, блядь, жарю. Да ты не ступай давай. Да. Бля, нет, с моим командом. А, ну все, блядь. Не ступи, что ли, все? Я свои предложу. Да, я не знаю. Ох, ты мои глаза. Ну, нахуя просто на ответственный дом? Что? Мне, наверное, так сильно больше. У меня нету больше всего. Да. Ну, как всегда, конечно. Входим. Да, стоит отходить, не хилиться, блядь. Куда так? Видишь, мы уже будем? Меня зажали в церкви. Пошли. Четвертый лес. Ух ты, ебать. Все, будет все. Понял. Ты мои пошли? Мне, наверное, неудачно. Почему ты умрёшь? Пей хилку. Как ты умрёшь-то? У тебя броня, жара, так суп ты выпил зелёный? Слышишь, сидел? Да я хожу. Как мне там место ставить? Куда они пошли? Куда это пошел? Это куда пошел? Да нахуй он пошел, куда же? Я еду, блядь. Ешь,
Он накрыл, короче, этим, блядь, я ничего взять не могу. Кто-нибудь взял что-то? Нет. А чего вы стоите, блядь? Пытаюсь выйти. Похуй без небез. Ну вот, короче, одолели мы сейчас легкого дракона. Ох, успеть бы телепортнуться отсюда. Так вот как это выглядит. Элементы нашли? Нет. Бош кто-нибудь забрал вообще? Что-нибудь вообще кто-нибудь делал? А элементы у кого? Не, я не знаю, у кого они, ебай. В этом ёб не было. Ёб твою мать. Что значит ёб твою мать? Он в кого, у кого-то сидит, ебай. Я где забрал два седла, короче. Взял одно седло. Моем элементы. Че, где? Моем элементы. Ну все. А глава тоже там? Да. Все, я ушел. Блять, дайте. Уберите нахуй эти путаны, убери. Мне, блядь, срочно надо отойти уже, блядь. Серега, убери путан. А, это кемпала путан. О, отлично, все. Потом я забыл. Сколько у вас слилось? Ну, два моих слилось, по-моему, да? Я один слился. Ну, че вам доверять? Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутенпаут, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.